он соответствует тех регламентам о безопасности пищевой продукции. То есть он содержит условно как содержание одной чашки кофе. То есть, смотрите, Еркен, получается, энергетики не зло. Запрещать не нужно. Не зло в абсолютном выражении. То есть, если это одна баночка, это не зло. Наверное, 10 баночек – это зло. Запрещать то же самое, нужно. Как 10 вот баночек, 10 чашек рекламу, кофе. Рекламу, по крайней мере. Реклама. И скрывать, как сигареты на прилавках. Содержание сахара. То есть, здесь можно по рецептуре работать. Например, есть Национальный центр общественного здравоохранения при Минздраве. Mm-hmm. Да? Они в свое время подписали с Ассоциацией безалкогольных напитков меморандум о корректировке рецептуры, то есть снижении содержания. Если Минздраву не нравится содержание количества таурина или кофеина, то производители готовы его снижать. Если не нравится содержание сахара в 200 миллиграмм условно, то они готовы снижать. То есть все готовы работать по тем четким правилам, которые, например, определит Минздрав.